Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. По рабочим делам, скажем так, по рабочей командировке, мы проезжая мимо Енисея, мимо Красноярского водохранилища, остановились здесь с Риком, с ночлегом. Рик у меня первый раз в такой ситуации находится, то есть как бы палатка, для него это незнакомо вообще, свобода такая. Енисей, река, собственно говоря. Но раз уж мы находимся в таком замечательном месте, и для того, чтобы не просто показать вам красивые места, а для того, чтобы научить чему-то вас новому, ну, давайте попробуем сейчас приучить собаку к палатке. То есть вот как бы есть палатка такая. Поставил я палатку. Рик очень хорошо знает команду места, да? Вот в воду лезет, сейчас мокрый будет, сволочь такая. Рика! Рик! Иди сюда. Лежи. Место. Хорошо, молодец. Хорошо, умница. Ай, браво, мальчик. Браво, хорошо. Ночевать я его в тамбуре не буду оставлять. Вот полюбуйтесь, какие замечательные тут пейзажи вообще. То есть все равно первый раз я усну. То есть собака может как бы пойти погулять. Я еще на 100% не уверен, что он... Так, хотя могут и увести, собственно говоря. Поэтому будем заводить его внутрь. То есть будем заходить. Спать он будет у нас внутри. Вот мокрый, правда, он сейчас, ну, что же делать. Итак, у нас есть лакомство, как обычно, да. Итак, я захожу в палатку, беру как бы его обозначение, то есть это поводок, которым я обозначаю. Здесь я уже себе оборудовал место такое. Итак, давайте позовем собаку. Интересно самому, как он отреагирует на... Заход в палатку. Рик. О, он сам зашел. Молодец. Место. Место хорошо. Молодец. Ай, умница, мальчик. Ай, умница. Ай, хорошо. Че, все? Ну, молодец. Что я могу сказать? Потом я просто... Закрою выход. Смотрите, у меня какой из моей однокомнатной квартиры вид тут сразу же. На самую мощную реку Сибири, на реку Енисей. Вот так вот моя собака. Вот он я сам. Рик. Сидеть. Садись. Сидеть, говорю тебе. А то он еще диван, этот матрас бы надувной бы мне не сожрал бы здесь бы. Было бы замечательно. Молодец, хорошо. Лежать. То есть мы через положительные ассоциации. Через положительные моменты заводим собаку. Хотя вот он сытый, между прочим. Это уже просто... Называется, знаете, как вот девиз моей передачи: заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Здесь происходит то же самое, то есть собака как бы мне доверяет и меня уважает. То есть если уже я сюда зашел, я не боюсь, да, я ставил эту палатку при нем, он наблюдал этот процесс весь. Тем более здесь дают вкусные внутри, то есть собака мне доверяет. Меня уважает. Если я здесь нахожусь, он будет находиться тоже со мной. Лежать. Вот у него свое место. Только единственное, что должно быть. Вот он не должен. Так, это что такое? Рик. Сюда иди. Сюда. Лед. Вот твое место. То есть панибратство я не допускаю. То есть вот это вот место, которое, вот видите, тут матрас надувной. Это место вожака, это мое место, его место возле меня. То есть вот оно обозначено как бы
поводком. Дарик. Молодец, хорошо. Умница. Все, выходим. Иди гуляй. Иди гуляй. В общем, вот у меня тут печечка. Вечером я тут костер пожгу. Ну еще раз вот понаблюдайте. Вот мы находимся. Река Енисей, Красноярское водохранилище. А дорога наша лежит вот тут буквально рядышком. Абакан находится, то есть столица Хакасии. А буквально 25 километров от Абакана находится именно база, на которую мы сейчас едем с Риком. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Приучить собаку к палатке, если она вам доверяет и уважает, нет ничего проще. Но самое главное, соблюдайте субординацию. То есть ваше место – это ваше место, собачье место – это место собачье. На свое ни в коем случае не пускайте. Спасибо.